наши представительницы Венгрии на ваших экранах. Пока вроде бы все в порядке. Посмотрим, что это нам даст. Фигуристка она из Будапешта, хотя много тренируется в Бергамо, в Италии, у итальянских тренеров, в том числе у Франки Бинкони, которая является еще комментатором фигурного катания, тренером и парного, и одиночного, и дочка в танцах у нее катается. И все фигурное катание Италии, похоже, держится на одной Франки Бинкони. Вот. И не только Италии теперь. В Венгрии... Тоже, несмотря на не самое удачное начало, падение остального Ридбергера, дальше вроде бы все наладила спортсменка. Да, с каскадом сейчас со сложным именем Фружина. Да. И уже второй бурлеск за сегодня. Этот бурлеск чуть больше на бурлеск похож, так скажем. Хороший аксель сейчас продемонстрировала. Порадовала немножко сейчас своих итальянских наставников. Там тренеры подхлопывают, танцуют вместе с ней. Тоже дебютантка чемпионата Европы. До этого самым серьезным турниром для нее был юниорский чемпионат мира. А вот в этом году стала чемпионкой Венгрии, заслужила право участия в чемпионате Европы, с чем мы ее поздравляем. Чуть-чуть не уложилась в музыку, расстроилась, конечно, из-за первого прыжка. Ну, тренеры так понимающе, так скажем, кивают. Хотя, конечно, сейчас немножечко пожурят ее за эту ошибку, потому что несовершенно ее сейчас бы очень было неплохое выступление.